не детские сказки. Одну маленькую девочку с детства учили, что для особенных вещей должен настать особенный день. Поэтому она никогда не пила чай из красивого сервиза, яркую тетрадку берегла для особого случая, а банка с консервированными ананасами ждала своего звездного часа годами. Шло время. Маленькая девочка стала взрослой девушкой, но привычки из детства остались. Просто теперь все заработанное она вечно откладывала, куча непросмотренных сериалов хранилась в папке «Обязательно посмотреть», а хорошим молодым людям она отказывала, потому как не для них ее роза цвела. Так и жила она, пока все, что так берегла, не обесценилось. Закручинилась девушка. И вот однажды повстречался ей волшебный дед, который превратил ее в самую мудрую во всем федеральном округе. И поняла она, что особенный день – это день сегодняшний. И вот в тот же момент она стала счастливой. Стала она жить не ради завтра, а в моменте и для себя. Мужчину нормального встретила и из хорошей семьи увела. Курсы в Инстаграм запустила, 2 гива именных. Денег со всех собрала и пропала. И жила она долго и счастливо, где-то в офшорной зоне Казахстана.